Организуй КСК, получив подарок детскую площадку. Акимат имени Казбекби проводит конкурс среди дворов Караганды «Активный дом, уютный двор», победители которого могут стать обладателями современной детской площадки. Таким образом, власти хотят улучшить условия жилищно-коммунального хозяйства района. Подробнее в сюжете Марка Брюшко. В доме «Гармошка», в котором проживает свыше 200 детей, существует всего одна маленькая детская площадка. Да и та стоит еще с советских времен. Железо давно заржавело, конструкции поломаны. Жители этого дома одними из первых приняли участие в конкурсе, организованном районным акиматом, и уже готовят документы для создания здесь КСК. Детям негде играть, нету футбольного поля, нету детской площадки. А сейчас есть возможность принимать участие, чтобы нам сделать детскую площадку. Мы хотим, как мы сами представители, мы не сходим в КСК, мы хотели бы создать свой как кондоминиум у нас есть, и принимать участие. Распоряжением акима района утверждена конкурсная комиссия, в которую входят специалисты аппарата акима района имени Казбекби, руководители жилищной инспекции и директор общественного объединения «Мир Добра». В этом конкурсе могут принять участие жители многоквартирных жилых домов, у которых отсутствует форма управления, то есть КСК, ТО и П. Первые 8 многоквартирных жилых домов, зарегистрировавшие КСК, ТО или ИП, в период с 1 июля по 20 августа получает подарок игровую площадку. Детская площадка, которую может выиграть двор, состоит из 5 элементов. Горка, песочница с зонтом, двухместные качели, шведская стенка и карусель. Результаты конкурса будут оглашены в период с 20 августа по 1 сентября. Во дворах победителей новые площадки обещают установить уже к осени. Совсем скоро вот эти старые ржавые аттракционы будут заменены на новые. Но произойдет это только в конце августа. Марк Брюшко, Жасулан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.